Меня зовут Лариса Солнцева, мне 14 лет, я из города Ростова-на-Дону. В своем городе я занимаюсь вокалом. В смену я приехала в первый раз, мне здесь очень нравится, тут очень круто. Я тут занимаюсь вокалом, также актерским мастерством и видеографией. Меня зовут Ангелина, я из Москвы, мне 14 лет. В One Camp я приехала второй раз, потому что это самый лучший лагерь, в котором я была. Начиная с вожатых, заканчивая просто территорией. Это очень классное место, всем советую. Офигенные вечеринки, офигенные диджеи. Вчера была туса. Там давали коктейли и покушать. Очень нравятся мероприятия, которые здесь устраивают. Особенно вечеринка с красной дорожкой, где от нашего отряда пошел мальчик, который играл Джастина Тимберлейка. Ему все хлопали. Вот. Еще вчера был салют, который мне очень понравился. И здесь вообще все классно, классно, классно. И кормят вкусно, самое главное. Вот. С вожатыми постоянно гуляем, уходим. У нас постоянно проходят какие-то вечеринки. Они очень-очень классные. Мне нравится. Меня зовут Соня. Я приехала, потому что хочу научиться танцевать. Раньше я не ходила на танцы. И я записалась на танцевальную кафедру. Всем привет, меня зовут Маша, я из города Ростова-на-Дону, мне 15 лет. Я 8 лет занимаюсь вокалом, также играю на нескольких музыкальных инструментах. Приехала в One Camp, чтобы завести новых друзей, научиться чему-то новому и также хорошенечко здесь отдохнуть перед тяжелым 9 классом. Тут очень весело, есть свежий воздух. Солнце светит, вот. Птички поют, природа офигенная. Я Артем, мне 13 лет. Я приехал в этот лагерь, потому что мне не хотелось летом в Москве сидеть все лето. И по описанию мне этот очень лагерь понравился. Как и когда я приехал, мне с самого начала все понравилось. Меня зовут Никитин Анатолий. Мне 14 лет, я из города Красноярска, Сибирь. В One Camp я первый раз, и я приехал сюда, чтобы расширять свои познания и найти новых друзей. Меня зовут Милена, мне 17 лет, я из города Челябинска. Больше всего в своей жизни я люблю отдыхать, знакомиться с интересными людьми и узнавать что-то новое. Лагерь One Camp дает мне такую возможность. Очень много интересного на кафедрах, очень много кафедр, выбор велик, так что все приезжайте в смену. Лагерь хороший, кровати мягкие, вожатые добрые, персонал еще лучше, волонтеры тоже классные. Я всех приглашаю в этот лагерь, здесь очень классно. В общем, скучать не будете. Всем добра и позитива.